Сегодня хорошая погода, и я решил выехать на рыбалку. Рыбачить буду с лодки на спиннинг на реке Савала. Очень красивый обзор природы с лодки, находясь на воде. Утро, начало 7-го. Солнышко взошло, погода хорошая. Посмотрим, как пойдет рыбалка. Итак, делаю забросы друг за другом. В этом месте сделал несколько забросов, и ни одной поклевки пока не было. Место для нахождения щуки хорошее, камыши рядом, берега хорошие, но поклевки ни одной нету, решил переехать дальше. Сейчас буду переплывать дальше. Переплыл на другое место, посмотрим, что здесь будет ловиться. Делаю заброс. О, что-то дернуло. Неужели повезло? Да, что-то есть. Сейчас посмотрим. Плюскается в воде, значит, щука. Плывет красавица щучка. Только какая? Ну, вроде бы неплохая. Сопротивляется и маленькая щучка на воде. И это тоже никак не хочет плыть ближе ко мне против своей воли. Ух ты! Еще сальто показывает свое. Успокойся, успокойся, пожалуйста. О, вот такая ты спокойненько и пойдешь в лодочку. Тут я тебя аккуратно сниму с крючков. Переплываю на другое место. Делаю очередной заброс. Поклевка. И есть она на крючке. Сейчас попробую ее вытащить. Плывет красавица, хоть и по принуждению, но плывет. Ух ты! Сальто еще делает. Пытается сорваться. Но крючки на воблере крепко держат ее. Если еще на два крючка попадет, то тяжело ей будет сорваться. Это последняя попытка ей сойти с крючков. Но ничего у нее не получится. Хорошо, видимо, она зацепилась. Вот какая красавица. И что сальто делает? Ну ничего, зацеп хороший. Думаю, что она не сорвется с крючка. Давай, миленькая, иди спокойно в лодку. И тут я тебя сниму с крючков. На каждом месте только вылавливается одна щучка, поэтому одну если поймал, тут больше делать нечего, переплываю в другое место. Делаю дальний заброс. Поклевки пока нет. Ну, наверное, ничего и не подцепится. Сейчас вытащу воблер и еще раз перезаброшу подальше. Делаю очередной дальний заброс. Удилище протягиваю в сторону, чтобы воблер шел ближе к камышам. Подергиваю. Пока молчок. О, что-то есть. Подцепилось. Даже хорошо дернуло. Или большая, или что-то такое. Сейчас посмотрим. Сопротивляется она. И тяжело, кажется, тащится. Большая щука или поймала за спину. Широко идет. Наверное, за спину она поймалась. Ближе сейчас потащим, посмотрим. Да, идет. За спину это поймано. Она хоть и небольшая, но сопротивление дает большое, потому что поперек она стала и идет тяжело. Тащится тяжело, как будто большая щука поймалась. Но нет, это небольшая.
Вот какая небольшая, но как красиво выглядит, когда поймана она за спину. Очередной переплыв на другое место и заброс. Кажется, что-то дернуло. Ух ты, решил показать, на что она способна, сальто делает. Молодец. Успокойся, пожалуйста, я тебя сейчас потащу и положу в лодку, а там и сниму с крючков. Вот такой вон. Вот такой хорошенький. Ух ты, да еще и тут она брыкается в лодке. Ну ничего, тут она уже более смиренно будет. Последнюю попытку свою пробует уйти из крючков. Но напрасно, она уже здесь. Делаю еще один очередной заброс. Вроде бы есть что-то, поклевка произошла. Сейчас посмотрим. Щучка идет помаленьку, красавица. Это тоже показывает свою прыткость, показывает, на что она способна. Делает сальто, хочет сойти с крючков. Но с воблера тяжело ей уйти. На блесне она быстрее уйдет, но с воблера тяжело. Но порой тоже уходит. Вот такая она красавица. Хочет показать себя, какая она есть. Спокойно сейчас она уложится в лодку. А там я ее сниму с крючков, облегчу ей маленечко эту боль. Ну, дальше и на новом месте тоже делаю очередной заброс. Кажется, сегодня мне светит удача. Что-то дернулось. Посмотрим. Щучка попалась вновь. Сейчас я потащу поближе. Потаскиваю ее. Не спешу, помаленьку. Пусть она маленечко потомится, чтобы прыткость ее ушла. Тоже хочет сальто показать, но у нее это сильно не получилось. Подтаскиваю ее ближе. Ух ты, вот тут-то она сальто свое продемонстрировала и сорвалась с крючков. А то я думал, что она не сорвется, сорвалась. Ну, пусть уходит. Значит, ей суждено уйти от меня. Переплываю на новое место и делаю очередной заброс на новом месте. Закинул. Что-то стукнуло. Попалось. Так, везет мне сегодня. Сейчас поближе потащу и посмотрю, какая рыба. Сопротивляется, но помаленьку идет от усилия плетенки, которая накручивается на шпулю катушки. Успокойся, пожалуйста, не дергайся сильно. Этим ты причиняешь себе боль. Вот так. Так-то будет лучше. И ты способна сделать такое сальто. Красивое сальто. Но на крючке ты осталась. Для своего спокойствия сейчас я ее ближе подтяну к лодке и садком выловлю ее из воды. Так будет мне спокойней. А то еще уйдет такая прыткая. Ну вот, теперь ты в садке. Вот такая красавица пойдет. Сейчас тебя положу в лодку и сниму с крючков. На сегодня это достаточно. Причаливаю к берегу. А теперь на берегу можно посмотреть, какой улов у меня. Вот видим, какая красавица щучка. Тут, конечно, больше килограмма, где-то 1,2 кг. Ну, остальные чуть поменьше. Вот еще тут в ведре есть щучки. Всего 7 щучек было поймано мною. Такой хороший улов рыбы, а то и получше. Всем желаю. Кто желает получать известия о добавленных мною новых интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю уловистой рыбалки. До свидания.